Так, ну что ж, здорово, я выполнил там побочки какие-то. Давай пойдем. Ой, побочки, блядь. Зачистил. Все эти карты, херафты, блядь, парашу всю эту. Сейчас долетим до этого козла тупорылого. Привет. Мне нужен детектив Маки. Маки? Не, не знаю такого. Старый такой, с усами? Либо участком ошиблись, либо вас кто-то разыграл. Да, разыграл, это точно. Детектив Маки, или лучше сказать, Уолтер Харди. Эй, не суди меня строго. Я сделал то, что было нужно. Твоя дочь считает, что ты погиб. Пусть продолжает считать. Для ее же блага. Ладно? Ладно? Ты меня одурачил. С чего мне что-то делать для тебя? Потому что ты хороший парень. Береги мою девочку. Ох, какой же я лопух. Надо стать таким же бессердечным циником, как все вокруг. Ты просто лошара. Лошара. Так. И чё, ну по сути, вот, всё. На всех картах я всё позачищал, да? 100, 100, 100, 100, всё. Всё, типа, блядь. Чё там, костюм дали новый? Вот этот. Багровый паук. Нахуй мне усрался. А это, я так понимаю, за прохождение, да? Так. Ну ладно, пойдем что там. На основную миссию. Там зонтик должен был, блядь, сломаться от такой силы. Вай-вай-вай. Фелиция, что ты натворила? Полиция перегородила всю улицу. Если я смогу взять след кошки, может, удастся ее догнать. Похоже, охраннику досталось. Может, фельдшер мне что-то расскажет? Что тут случилось? Человек-паук, я слышал, тут украли какую-то редкую книгу. Как дела у охранника? Тяжелая офтальмия. По сути, тепловой ожог роговой оболочки глаза. Но он поправится. Надо проверить в переулке. Если это была Фелиция, ее нужно найти. Старинная книга. Похоже, второй том издания. Тогда где первый? Тут поблизости элитный ломбард в собственности семейства Мокьё. Фелиция уже заполучила две флешки других семейств. Неужто забрала и третью? Здесь должны были остаться следы. Ну ёбаный, блядь, в рот. Анализы. Вот так. Вот так-то. Вот и след. Узнаем, куда он ведет. Мне трудно сосредоточиться. Я не могу быть отцом. Ну, технически-то могу, но... Надо сказать МДЖ, она мне поможет. Но как я расскажу ей об этом? Это надо сделать лично. К
Кажется, это кто-то из семейства Мокья. Кого ты там предаю? Ну. Паук вырубил Бита! Валите его! А вот и его братишки. Вы не думали, что Вита получил как раз по такое поведение? Гроны были правы! Человек-паук работает на кувал! Ага. Все, да? Лучше снова взять след. Кажется, это парни кувалды. МДЖ, вот фото номера, который надо пробить. Ясно. Расскажу, что узнаю. Она у тебя? Ага. Что за хрень? Где флешка? Она сказала, что хочет доставить кувалде лично. Я ведь тебе сказал забрать флешку. Но она другие сама отнесла, и я подумал... Тебе было ясно сказано. Что надо делать? Думаю, ты знаешь, что дальше. Стойте! Стой! Погодите! Стойте! Стойте! Эй, чего ты удивляешься? Ты же сказал, что знаешь. Ой, блядь, не та кнопка. Ой, блядь. Саня убежал. О, так он вышел через вход, слушайте. А он умный, да, он знает, где выход. Эй, я застрял! Не на тех ты полез! Да, действительно. Крутой. Вот, ребята, наверное, просрочено. И чё, я проебался, да? МДЖ, у кошки еще одна флешка. Осталась последняя флешка, и тогда кувалда соберет их все. Нам нужно выяснить, что же на них такое. А тут есть еще кое-что. Такая штука, наверное, мелочь, но может стать серьезной штукой. Ну, маленькая такая штука. Сформулируй предложение без слова «штука». Ладно. Фелиция работает на кувалду из-за того, что он забрал ее сына. А, не знала, что у нее есть сын. Ну да, кувалда мог так поступить. Но есть и еще кое-что. Ты знаешь, мы с ней какое-то время встречались. Ну и что? Да рыжая такая тупая, да? В смысле, я не знаю наверняка, но все может быть. О, нет. Я лучше отключусь. Блять, я, блять, ты обиделась, ну, ладно, да? Она же выйдет на связь, когда успокоится, да? Да как ты мог? Как ты мог? Думаю, попатрулирую окрестности. Немного развеюсь. Да тут уже нехуй патрулировать. Я же все сделал. Давай миссию, задание давай. Давай миссию, миссию давай. Эп. Оп. 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 Ладно. Оп. Оп. И что? Что ты вот это вот? Уперся-то, блядь. Привет, Пит! Это Майлз. Я тут подумал... Или момент неудачный? Не, все норм. Ты как? Да так, ничего. Слушай, ты ведь сейчас своими паучьими делами занят? Типа того, да. Да ну! Например. Ну, конкретно. В смысле, что я делаю прямо сейчас? Ага. Ты только не подумай, что я со странностями или типа того.
Хотя, наверное, эта фраза сейчас так и прозвучала. Черт. Все в порядке, Майлз. Ты чего хотел-то? Да нет, ничего такого. Извини. Это подождет. Я потом перезвоню. Че, может, миссию дадите? Знает, ну, может, я просто не в том карте нахожусь, и поэтому миссии никаких не дает. На твоем месте среагировал так же. Тогда мы не были вместе. К тому же я и сама встречалась с другими. Ну да. Погоди, другими? Во множественном числе? Я к тому, что мы оба взрослые. А ребенку угрожает. Шлюхаю ты была, рыжая. Я тебя не заслуживаю. Я знаю. Похоже, это вообще-то ты его не заслуживаешь. Его. Дура, блядь, тупая, рыжая. Такая овца, блядь. Че принижаться перед ней, блядь? Кто я? Кто она, блядь? Ты чё, дура, блядь, охуела? Значит, кувалда похитил сына черной кошки? Чё выёбывается? Кувалда пытается разбогатеть по-быстрому. Блядь, если я был бы Человеком-пауком, я бы, наверное, был плохим Человеком-пауком. Злом, да. Ты права. Кстати, вот хорошая идея была в этом, в Web of Shadow. Типа... Может было поступать плохо или хорошо. Кстати, вот во втором Человеке-пауке можно было бы так же, типа, сделать. Нам надо поговорить. Что, типа, у нас Веном или Антивеном. Мне нужно бежать. Она вырубила мои инжекторы электроимпульсом. Видимо, придется справляться по старинке. Эй, я хочу помочь! Тогда отвали! Ты не отберешь своего сына у кувалды в одиночку. Почему это? Я всегда все делаю в одиночку. Но может быть и по-другому. Почему ты мне не доверяешь? Мы ведь уже работали вместе! Вот ты и ответил на свой вопрос. Фелиция, почему ты сразу не пришла ко мне? Потому что это моя проблема, а не твоя. И я справлюсь. Может, для меня это вовсе не проблема? Если ты не имеешь в виду войну банк, вот это будет проблема. Хватит, паучок. Я о себе позабочусь. Да ну нахуй. Эжекторы снова работают. Я помогу тебе одолеть кувалду! Как? Без жертв? Без криминала? Твой подход тут не сработает. Фелиция, насчет твоего сына. Я просто хочу знать, он... Он мой, и я о нем позабочусь. Назойливый паучок. Я хочу поговорить! Ты еще тут? Я так всю ночь могу, если понадобится. Теперь я начинаю злиться.
Да, блядь. Похоже, придется играть недотрогу. Надо поближе. Последний раз говорю, не ищи меня. Так вот, блядь. Ну, теперь-то мы поговорим. Можем не только поговорить. Я знаю, что на этих флешках. Ты прелесть. Мускулы и мозги. Ты не отдашь Кувалде последнюю флешку. Как только он ее получит, твой сын станет для него балластом. Позволь мне помочь. Что ты предлагаешь? Задержи его. Дай нам время найти твоего сына. Я скучала по тебе. Рада, что мы снова вместе. Перестань. Жаль. Ладно. Я могу выиграть только пару дней. Так. Насчет твоего сына. Есть ли шанс, что... Позже. Сейчас надо найти его. Поговорим, когда он будет в порядке. На связи, паук. МДЖ меня убьет. Тебе захуярит нахуй. Да, ачивка. Новая ачивка. Ну что, поймал на сей раз? Ага, она придержит Кувалду, а мы попробуем отыскать ее сына. Она тебе не сказала насчет? Не сказала. Ну, конечно, еще бы. Ты уверен, что она не дурачит тебя? Куда-то я ее знаю. Она бы не стала тереться с кем-то вроде Кувалды по собственной воле. Ясно. Чего, блядь? Ладно, я проверю номер, что ты мне прислал. И дам знать, что прояснится. Угу. Исчезла. Что-то я забегался. Пора подкрепиться. Пицца, Эдди. Эдди, это Человек-паук. Паучок, что, голоден? Ага, точно. Мне как обычно, с двойной пепперони. Сделаем. Тебе доставить на крышу? Да, спасибо. Та же крыша, что и раньше. 5 минут, сообщу, как будет готово. Пока Эдди готовит, можно было бы проверить, чем живет город. Да и чем он не живет, блядь. Так, я опять где-то в жопе, нахуй. Привет, Майлз, я решил перезвонить. О чем ты хотел спросить? Привет, Пит. Тут просто, в смысле, это не очень-то и важно. Я знаю, что ты очень занят. Просто подумал, что если бы ты нашел возможность, мы бы могли начать тренировки. Тренировки? Ага, какие-нибудь базовые вещи. Ну там, прыгать по небоскребам. Или по двухэтажкам. По деревьям. Майлз, тебе 15. Ты о школе подумай. Это куда важнее. Ну да, но если я сделаю домашку пораньше, и у тебя будет свободное время. Ты же сам начинал в 15. Да, и чуть не убился, черт знает сколько раз. Я тебе этого не позволю.
Ладно, понимаю. Поговорим позже. Ну и что мне делать с этим парнем? Да нихуя, одновременно не может существовать два Человека-паука, блядь. Кто-то из вас должен умереть. Как же долго здесь миссии начинаются. Где она вообще появится, нет? Отвратительно. Ну, ждем. Это нам поможет. Конечно. Пока, Эдди. Никогда не был настолько голодным. Почти долетел. Да чё-то нихуя не почти, как-то долго я лечу. 500-то, блядь, метров. Блядь, больше похоже на километр. Чё-то это расстояние как-то, блядь, здесь вот по-любому было не 100 метров, а больше. Должен тебя уничтожить. Алло? Я смогла разузнать про тот номер. Он принадлежит грузовой компании, которой владеет старый друг Кувалды. И чё, сейчас я за эту дуру буду? Дай мне пару минут. Я буду как только смогу. А пока я, пожалуй, немного осмотрюсь. На ёбаный ты в рот. Первым делом надо осмотреться и выяснить, здесь ли держит мальчика. Если здесь, то вытащить его. А что, если он будет похож на Питера? Хватит, МДЖ, успокойся. Этому парню бы полежать. Полизы. Что это? Листы фальшивых купюр. Похоже, Кувалда завел себе новое хобби. Стиви, ну-ка подсоби мне тут. Эта штука тяжелее твоей мамаши. Спятил? Не буду я это таскать. У меня же растяжение. Эй, Майки, ты мне тут не поможешь? У Стиви опять разыгрался синдром размазни. Все эти рассказы, что он черепа крошит. Просто слухи, да? Делай свое дело, и не придется узнавать. О, какая куча денег. Наверняка фальшивые. Тут не следа мальчика. Мне так странно думать о Питере как об отце. А уж каково должно быть ему. Но он был бы хорошим отцом. Надо бы снять того парня, на случай, если потом придется улики собирать. Посмотрим, смогут ли мои источники в полиции его опознать. Весь день на гребаном телефоне. А ну за работу, хватит прохлаждаться. Давай, давай. Ноутбук без присмотра. А
отличный шанс. Перечень поставок. Посмотрим, где их база хранения. Давай, давай. Вот же черт. О. Ладно, скажу парням. Семейство просто совсем распоясалось. Как будто на войну решили пойти. Мне надо придумать, что со всем этим делать. Всем быть начеку. Кто сунется, тот сам виноват. Валим его. Так, получила данные об отправлениях. Надеюсь, это подскажет нам, где держит ее сына. Покопаюсь в них попозже. А пока надо выбираться отсюда. И тихо. Вот если это голод, то я ему башку сверну. Эй, а правда кувалда выжил после выстрела? Стойте! Эй! Да, да. Вам нельзя тут находиться. Сука. Эй, а правда кувалда выжил после выстрела в голову? Точняк. Выплюнул одну из пуль прямо в парня, кто его подстрелил. После того он и получил свою пластину. Так вот, ну... О, у нее тоже может есть. Охладить их? Скучно, скучно, скучно. Паучье зрение. Черт! Ну и бардак! Ну и кто чистить будет? Ты? Я? А почему не ты? С чего это? А может мы оба? Ты первый. Не, ты первый. Подзадержалась я тут. Нужно скорее уходить. Ёбана. Народ, все сюда. Нам надо обсудить все это дело. Думаешь, косты станут проблемой? Пусть только попробуют трепыхнуться. Ой, ой, ой. Кувалда их просто в крови утопит. Да уж, на волоске была. А, черт тебя! Прости, 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 прости. Что ты здесь забыл? Из чего пахнешь пиццей? Может, потому что я ел пиццу? Ну, вообще-то, пока ты там обедал, я собирала доказательства и искала... А чё, мне теперь не есть? Ты рыжая, блядь, охуевшая дура, блядь. Мне кое-что проверить надо. Блядь, как бы дал тебе, блядь, вот этой кружкой, нахуй, по башке прям, чтоб ты, блядь, очнулась, нахуй. Будущее не висит вниз головы после пепперони. Ой. Такая, блядь, падла охуевшая. Привет, мне нужна помощь. Я пришлю тебе адрес. Фелиция? А что вообще? Невероятно. Ты что мне, все бросить и побежать? Ага, блядь. Ты не человек-паук, ну, ты, блядь, я все какой-то... бросаю и бегу. Лох какой-то, блядь, ебаный. Как будто тебе до сих пор, блядь, 15. Твой пёзды, блядь, крутят нахуй, вертят. Хотят. Вообще, блядь, человек-паук в последнее время, значит, скатился просто в днище. Нету ненормальной экранизации Человека-паука. То есть, последний Человек-паук, который был хороший, это Amazing Spider-Man. Даже второй вроде как провальный, но он намного лучше, чем с Том Холландом. Но я все равно хочу чем-то одним сопляжуем, блядь. Так что пошел баскетбол. Как тебе? Ну да. Игры тоже. Последняя была The Amazing Spider-Man. Чтобы ничего не первая сказать, часть, блядь. Все. В смысле? Ну, без данков, например. О, Web of Shadow тоже было. Майлз. Несмотря на свою недоработку, типа, в ней было много хороших идей. Супер, ты бы видел. Майлз. Я больше не буду, обещаю. Даже Shattered Dimension. Интересно. О, круто! Хотя ладно, это по-своему битэмап такой. Пока. Да что ж говорить, даже Friends of Foe, блядь, несмотря на свой, типа, детский подход. Сделано там по мультику какого-то. Вроде бы тоже удивительный Человек-паук, что-то такое был мультик. Вот, даже она, типа, хороша. Но здесь вот, кроме как передвижения, типа, да, вот здесь, типа, город хорош. И графен, конечно. Но сам сюжет, типа, боевка, персонажи. Такое себе, блядь, отвратительно вообще. Кувалда хранит что-то крайне ценное вон в том офисе над баром. Поэтому я так долго прохожу. Здесь людно. Заметят меня. Сыну конец.
Я на Соньке, конечно, ее на четвертой быстрее проходил. А ты пройдешь внутрь. Ну вот потом покажешь на версию вообще очень долго. Мой герой. Во-первых, мне даже не нравится то, что они заменили этого персонажа, блядь, основного, который очень сильно подходил к Питеру Паркеру. Заменили на Тома Холланда, которого, блядь, ненавижу, нахуй. Так, все, что у нас надо? Незаметно. Делать все незаметно. Незаметно, безопасно. Отдыхающих. Нахуй. Пусть висят, как гирлянды. Опасно. Почему опасно? Теперь безопасно. Типа ваших этих... никто не услышит, да? Опасно. Чё там у нас там? У тебя паранойя. Мы с ней уже провели... Кто здесь? Безопасно. Иди сюда. Ничего. Надо меньше ужать. Безопасно. Иди сюда. Безопасно. Иди сюда. Что там еще у нас? Опасно. Безопасно, иди сюда. Ну и тебя на... Барабаньки. Смотри, паучок. Похоже, они к тебе. Да кто, где? Кое-что есть. Кувалда недавно приобрел неприступное хранилище размером с комнату для самой ценной добычи. Вроде похищенного ребенка. И где это хранилище? Пока не знаю. Но здесь есть и другие записи. Ну ищи. А ну спускайся, лака. Вперед! Ладно. Тебя что, не попало? Да в смысле? А. Еще разок, и ты труп. Да подумай. Хватит, дурни! Бля, вот этого я терпеть не могу. Можно мне потанцевать? Наконец-то! Ну, а тем вёк, давай. С годами ты явно размяк. Да пошла ты нахуй. Эй, я, может, старше тебя, но я не старый. Вы что, сами... Можно поучаствовать? Нет, нельзя! Да ты, блядь. Мы с тобой хорошие команды. Не привыкай. Он просто скачет. Здорово. Я разберусь с этим планом. Сейчас рванет. Да-да-да. Ты сейчас про мой костюм? Нет, я... Проехали. Ребью, гада. А ну спускайся, плохо! Эй! Оставь мне хоть кого-нибудь! А ты не зевай! Иди, тебе надо! Да ты чё такой? Эй, это был мой! Да неужели? Сейчас рванёт! Добро пожаловать на шоу! Да что, пиздец какой-то происходил? После тебя. Нет, нет, нет!
Прям как в Mortal Kombat, слушайте. Че, советское шампанское открыл? Ты узнала, где это хранилище? Нет, но мы скоро его найдем. И моего сына точно держат там. Раз уж зашла речь, у нас все еще не закончен разговор. Тебе этого не хватало? Чего? Чтобы в меня стреляли, пока ты что-то крадешь? Я пыталась исправиться. Нашла работу без взломов и грабежей. Даже стала бегать по выходным. Я хотел узнать, где ты. Тебе, наверное, было тяжело. Особенно с ребенком. Чтобы найти его, надо копнуть глубже. Я хочу помочь. Если уж мы работаем сообща, то... Кое-что проще сделать одной. Кое-что. Я позвоню, если мне будет нужен кавалер. Привет, МДжей. Удалось что-то получить с ноутбука? Расшифровываю данные. Скоро что-нибудь будет. Класс. А пока у нас появилась еще одна зацепка. Мы думаем, что Кувалда держит ее сына в хранилище, но не знаем, где оно находится. Когда я взломаю эти файлы, попробуем вместе сложить этот пазл. Только не ищи в этой фразе намека. Сложно, конечно, удержаться, но я попробую. Спасибо, МДжей. Сообщи, что найдешь. Так, появилось свободное время. Посмотрим, что творится в городе. Так, а я вообще где? Ну, конечно, опять не там где-то в ебенях, да? Так, а я думаю, на этом все, потому что что-то до хрена я уже прошел, как бы. Сейчас долечу там, чтобы миссия появилась, чтобы они побазарили. Может, что интересного расскажут. А может, такую же всю лободу какую-то неинтересную. Преступных семей. Символ ушедшей эпохи. Дон Фортунато, Дон Цицерон, Дон Моккио и многие другие. И, конечно же, этот псих Кувалда с железной башкой. Все они преступники, но со своим кодексом. Что делает их не такими уж и плохими, да? Нет! Как только этот кодекс им мешает, они шлют его к чертям! Потому что преступник, он и есть преступник. А все они по умолчанию трусы, подонки и недоноски. Я практически в одиночку уложил всю Маджию на лопатки в 80-х и в начале 90-х. И если понадобится, могу сделать это снова. И меня не запугать. Хотите попробовать? Вы знаете, где меня найти. А наша передача подошла к концу. Джаред, бегом, заводи машину. Нет, я твой босс. Вот ты и пойдешь. И не скули. Где же эта ебаная миссия, блядь? Ну, я не знаю. О? Питер, я наконец-то взломала ноутбук. Помнишь, ты говорил про огромное хранилище? Я нашла запись о том, что его доставили на верфь после адской кухни. Мальчик наверняка там. Спасибо, МДжей. Позвоню Фелиции. Звонишь в такой час? Зов плоти? Или ты что-то нашел? Надеюсь, твоего сына. Да как бы минут 5 прошло после нашей последней встречи. Ты дура, блядь. Такой час, блядь.
Энджи была права. В таком месте они нихуя могут держать мальчика много дней, и никто об этом не узнает. Это здесь. Точно. Нельзя, чтобы нас заметили. Нужно уложить их всех. Как раньше. Тише, кошки. Не заметь ни паука. Разбилось все. Если они нас заметят, то убьют твоего сына. Надо действовать тихо. Так, ладно, на этом на сегодня все, опять же. Или на сейчас все. Потом опять пойду по делам, да, приду. Да, проходить буду. Ну ладно, все, да, счастливо.